Хорош. Простите. О, Дарий жив. Дарий? Здравствуй, хозяин орла. А, ты вернулся. Хорошо. Пора действовать. Мы зажжем костры. Дым вынудит илотов бежать, и тогда стража морга покинет рудник. Напасть на врага на его же территории, избегая потерь среди невиновных. Мудро. Поручу своим воинам поджечь все остальное. Что-то не так? Нима погибла, защищая Элпидия. Я встретил человека из Ордена. Он был Дандарий. Они нашли Ниму в обломках корабля. Она пыталась сразить всех. Это вещи Нимы. Я их так и не... Я совсем о них забыл. Ее нет. Ее больше нет. Она уже не вернется. Я ее не забуду, Дарий. Я скучаю. Даже сейчас. Мне ее не хватает. У нас еще будет время горевать. Сейчас нужно спасти Элпидия. Мы знаем, что он жив. Если Аморг здесь, он взял Элпидия с собой. Учти, назад пути не будет. Они обрушат на нас все свои силы. Игра похожа на фильм, который, возможно, блин, порезали из-за цензуры или за уменьшение тайминга. Чтобы время меньше тратить. Я понимаю. Почему на факеле было зеленое пламя? Тут в городе и так нечем дышать, а еще то подожгли. Бегите! Что за? Материалы горят. Время искать сына. Ты прав. А кто тут у нас приближается к складу древесины? Кто стреляет из лука? Я стреляю из лука. Ты не знал, что я стреляю из лука? Ну да, конечно. Слепую бестолку стрелять.
Где ты? Смысл был убивать этих людей, я не совсем понимаю. Или мы просто персов, всех персов мочим. Давай, лошадка, гони. Ура. Как обычно, я почти прибежала, а она убежала. Так, что-то я как-то промахнулся. Где Аморг? В рудниках! Но вам никогда не одолеть его стражу! Стражу не перебить? Тогда я обойду ее. Вы оба безумцы! Ты скажешь Аморгу, что хозяин Орла, тот самый разрушитель греческого мира, идет к нему. Скажи, не что надо. Я иду за ним, за Элпидием. Ты хочешь, чтобы он подготовился? Зачем так? Ну, это ваш главнокомандующий. Иди, я отвлеку стражи ордена. Смотри, Дарий, не пропадай. Мне нужны к рудникам. Все, кто станет на пути, убью. Так, а у нас здесь есть второй вход? Там есть храм Зевса, между прочим. Она же тут вроде как есть? Нету? Ну что, ты что-нибудь покажешь, блин? Ничего не понятно. Я не помню этих рудников. Найду укрытие. Или помню. Или не помню. Он должен быть здесь. Тебе не спрятаться, Аморг. Хватит орать. Слишком тихо. Угу. И слишком быстро вы сюжетку двигаете. Вряд ли Аморга сейчас убьем.
Морг, не прячься! Пора получить по заслугам! Ну что ты творишь? Опять выходишь в открытый бой? Ты знаешь, чем это закончится, Гиргит. Уходи. Не все так просто. Аморг приказывает, я исполняю. Да и не хочу я никуда уходить, Алексиус. Я так мириться с силушкой. Изучал. Я знаю, что мне не победить. Но и уйти я не могу. Мы оба сражаемся ради чего-то. Я ради Персии. Справишься со мной и пройдешь в храм к Аморгу. Я понимаю, тебя не отговорить. В другой раз все могло бы сложиться иначе. Но... не теперь. К сожалению. Я восхищаюсь твоей преданностью родине и командиру, Гиргит. Но ордену не место в Греции. Все действия ордена, все мои действия совершались ради высшего блага, стоящего над благами отдельных людей. И все смерти и страдания оправданы? Ради высшего блага, Алексиус. Все дозволено. Все дозволено. Он сказал эту фразу. Беги. Да, лестница это зря. Давай, прыгай ты, ё-моё. Здорово. Ну что ж, Гиргит. Прощай. Жаль, что все кончилось так. Аморг, сегодня ты умрешь. Тоже неужели все, финалочка? Куда я иду? Надеюсь, меня еще не заметят.